Всем привет, дорогие друзья! С вами Елдосет. Сегодня я вам покажу бесплатный онлайн фоторедактор Аватан. Погнали! Итак, заходим в ваш браузер и вписываем avatan.ru. Далее. У нас вот такая вот менюшка. Нажимаем кнопочку «Редактировать». Далее выбираем, собственно, фоточку. Если вот, вот это вот. Так, вот она сейчас прогрузится. Вот. Ну, как бы тут уже все понятно. Обрезка, повернуть, изменить размеры, эквализация, цвет. Ну, как бы бла-бла-бла. Тут есть фильтры, эффекты, действия, текстуры, наклейки, тексты. И, короче, многое совсем другое. Что вам надо? Так. Я, допустим, хочу поставить наклейку, да, что мне тут нравится в этом фоторедакторе. Итак, нажимаем свою наклеечку, набираем ее, вот, допустим. Я могу поставить вот так вот, вот типа лайка. Вот. Видите, все очень прикольно, удобно. В принципе, я так и делаю фотки. Так, давайте вписываем. Вот. Мы берем как бы шрифт, ну допустим вот это, и добавить. Вот. Что у нас получилось, и убираем всю цвет. Можно как бы в принципе сделать на него еще, добавить вот такую вот типа текстуру, вот так вот надо применить. Можно еще добавить вот так вот типа такого. И все. Когда мы все уже сделали, нажимаем кнопочку сохранить. Так, и что мы тут можем сделать? Можем сохранить файл в формате PNG и JPG. Так, ну давайте я сделаю JPG. Качество изображения сделаем на максимум и жмем кнопочку сохранить. Вот. И как бы вот наша фоточка. В принципе, все. С вами был Гидсад. Подпишитесь на канал, поставьте лайки. Всем удачи, всем пока!